Можно ли проводить общие процедуры гидротерапии на фоне повышенной температуры тела пациента? Можно проводить такие процедуры, если температура тела не выше 37,5 градусов. Если температура выше, тогда стоит ограничиться местными водными процедурами. Например, горячую ванну для рук или контрастные ванны для рук. Вы можете делать компрессы согревающие, но не общую гидротерапию и не паровую баню.